Сейчас я хочу предоставить слово нашему уважаемому гостю, Юлдашу Мухаммадовичу Юсупову. Юлдаш Мухаммадович, салам алейкум, здравствуйте. Алейкум ассалам, здравствуйте всем. Юлдаш Мухаммадович, вы являетесь экспертом Федерального агентства по делам национальностей, этнологом, более того, вы представитель братского башкирского народа, который, как мы знаем из истории, был в составе Ногайской Орды, и, скажем так, он, вы, как никто другой, вы погружены в тему сегодняшней нашей, беседы. Расскажите, пожалуйста, о таком явлении, как тюрки России, и какова роль ногайского народа и ногайского наследия в этом континууме? Спасибо большое. Ну, постараюсь быть краток. Мой же доклад будет, наверное, больше о таком явлении, как феномене тюрков России. Вообще, конечно, любое историческое явление, оно феноменально по своей сути. И тут, по большому счету, стоит цель, наверное, не столько обосновать ее феноменальность, а сколько, в принципе, обосновать ее субъектность, историческую субъектность и так далее. Что же непосредственно касается тюрков России, то именно в ее обозначении субъектности и сегодня перед нами стоит такая задача понять, а кто мы, что мы, как такое историческое явление, как тюрки России, как мы складывались, и, конечно же, в этом отношении ногайский фактор, ногайское культурное влияние, если можно так сказать, ногайский культурный трансфер, он сыграл свое определяющее значение. Ну, наверное, обратимся к прошлому, это периоду, к ордынскому периоду, а точнее к постордынскому периоду, когда действительно сформировалось большое государственно-политическое образование. Ногайская Орда, которая разработала достаточно развитый политический и культурный миф, сформировав, можно сказать, такой большой ногайский континуум, в который вошли и который повлиял на многие современные народы, как народы Кавказа, тюркские народы Кавказа, ну и не тюркские народы в том числе, на башкиры однозначно очень сильное влияние. Причем мы можем его достаточно хорошо дифференцировать как по различным аспектам, по различным сегментам, так сказать, именно этого ногайского влияния ногайского культурного континуума. Сибирских татар обязательно. То есть здесь, в данном случае, мы должны понимать, что тот политический и культурный миф, сложившийся в течение XVI века, он, безусловно, повлиял на современный облик, в первую очередь, тюрков России, то есть тех тюрков, которые сегодня находятся в составе России и вообще в целом такой большой евразийской, можно сказать, цивилизации. Перед нами стоит цель осмыслить это, поскольку так или иначе, к этому вопросу подходили ученые, и Вадим Старич Крепалов, и Девиз, и так далее. То есть достаточно много ученых, которые Грибовский, которые пытались осмыслять влияние ногайцев на те или иные культурные аспекты. Что же касается непосредственно башкирского этноса, то здесь мы вообще можем сказать, что башкирский этнос, как и многие другие этносы, которые взаимодействовали в рамках Ногайской Орды, они, безусловно, впитали в себя значительный сегмент ногайской культуры. Это, в первую очередь, отражается в эпосах, в преданиях, эпосы о Едигее, Таргын и Кужак, например, да, то есть это, безусловно, те эпосы, которые являются неотъемлемой частью башкирской фольклорной культуры, башкирского фольклора, но они являются по происхождению, они выходцы в результат вот этого взаимодействия в рамках ногайского континуума. Сегодня, и, конечно же, когда башкиры воспринимали эти мифы, точнее, вот эти сегменты культурные, да, сгустки, можно сказать, они воспринимались с точки зрения
собственной традиции, с точки зрения собственной этничности. То есть они начинали трансформироваться. То есть ногайский эпос уже обрастал достаточно такими характерными для башкирского архаичного эпоса элементами. Например, Эдгей превращается в Эдука, и он становится башкиром. А Туктамыш, как ни странно, становится ногайцем. То же самое с Таргын и Кужак. Да? Таргын – это ногайц, Кужак – это уже башкир. Вот, то есть народная память, она по-своему начинает осмысливать все это, трансформировать. И сегодня, конечно же, перед нами вопрос, так сказать, интерпретации. Ведь на самом-то деле проблема, которая, и, точнее, тот вопрос, по которому мы сегодня собрались, это, во-первых, понимание, а что является субъектностью, что является, так сказать, элементом, основным элементом для этничности, для понимания вот этой цепочки вот современных народов к прошлому народу. Вводится, вот, например, термин «нугайлы», да, со стороны казахских наших коллег, да, то есть и вот та книга, которая упоминалась, личности, да, то есть они, да, говорят об этом термине. Было ли это? Возможно ли вообще было такое? На самом деле здесь вообще в отношении средневековья, ордынского, постордынского периода, вообще тяжело говорить, когда мы говорим о неких таких больших сегментах, в принципе вообще тяжело говорить о особенно в период Золотой Орды, ордынский период, о какой-то этничности, да, потому что мы видим, что все же, когда по источникам мы обращаем внимание, что основной, так сказать, крепостью, основным таким элементом идентификации была родовая структура. И потом уже в процессе распада Орды, в процессе распада Золотой Орды, да, начинают формироваться уже более конкретные этнические образования, как ногайцы, как казахи, да, в рамках казахского ханства и ряд других народов, то есть наследники вот этого какого-то континуума, который, я думаю, современные исследователи еще не готовы как-то интерпретировать в этнических рамках. Но в любом случае, в период уже постордынский, в период формирования ногайской орды, в принципе, формирование, мы можем фиксировать уже конкретно формирование этнического ядра в лице тех родов, которые вошли в состав мангытского юрта, потом все это разрослось, и уже в последующем мы видим, как уже вот это вот ногайское ядро, оно влияло на политические мифы, политические, можно сказать, на культурный облик других народов, и в том числе и казахов, в том числе и башкир, сибирских татар и так далее, ногайцев Крыма. Вот. И в этот период, период уже присоединения, вхождения в состав российского государства, уже российского царства, наверное, логичнее так сказать, да, уже народы входят как раз-таки и вот это вот наследие, культурное наследие ногайского континуума, собственно, ногайского такого влияния, оно становится неотъемлемой частью у тюркских народов России. И сегодня мы должны, наверное, поднять следующий вопрос о том, что российские тюрки как феномен сегодня являются, наверное, одним из таких ключевых вопросов в понимании, а кто мы такие, а что у нас, какое у нас общество, в каком обществе мы живем. Да, и без понимания, а какое культурное наследие было у нас, как повлияли ногайцы, как повлиял этот ногайский континуум, мы, безусловно, должны это осмыслять, должны это понимать, потому что, безусловно, это ключевой сегмент нашей истории. И здесь, в принципе, если уже переходить на такой общественно-политический уровень понимания вопроса, да, то здесь мы сталкиваемся, наверное, с такой большой проблемой, большим вопросом общественно-политического характера. Если
вопросам формирования общероссийской гражданской идентичности. И какую роль здесь должны сыграть именно тюрки России. И здесь, конечно же, как нам представляется, вот если мы посмотрим, различные точки зрения на самом деле есть по этому вопросу, по вопросу формирования общероссийской гражданской идентичности. Есть, и которые предлагают формировать ее на базе многонародной нации, многонационального народа, или же вообще с позиции деэтнизации какой-либо. И на самом деле вот процесс формирования некого такого общего нашего общества без каких-либо акцентированных этнокультурных позиций, без этнизации. На самом деле это было возможно. Это было возможно совсем недавно, когда у нас действительно и общее, так сказать, был какой-то подъем, когда мы действительно в определенной степени шли вверх, был какой-то патриотический подъем и так далее. Но последние события, события, наверное, этого года, да, достаточно сложные политические события, в том числе события в Башкортостане летом этого года, они показывают о том, что процесс должен, наоборот, идти снизу. Процесс должен идти снизу. Именно регионы, именно народы должны давать легитимность центру. Именно в этом отношении, мне кажется, наиболее перспективный вот наш проект, который мы предлагаем, посвященный тюркам России, он находит свою актуальность, он актуален, поскольку в данном случае предполагается, во-первых, равное отношение между народами, то есть каждый народ является самостоятельным субъектом в культурном плане, в культурном отношении. И это очень важно для каждого народа, для каждого человека, который представляет народ, для национальной интеллигенции. Все-таки она есть в России, и она имеет огромное значение, огромную роль играет. И любой человек, представитель национальной интеллигенции, он дорожит этой субъектностью, культурной субъектностью, и он готов эту культурную субъектность отстаивать. Как мы видим, кстати, на примере отношения ногайской общественности к термину «ногайлы» и вообще к этому, можно сказать, новой интерпретации истории, да, это, безусловно, определенный удар для такой ногайской национальной идентичности, определенную такую реакцию он вызывает. То есть в данном случае, в контексте формирования общероссийской идентичности и вообще формирования, можно сказать, такой межкультурной, что ли, идентичности тюрков России, учитывание интересов определенного народа, конкретного народа или сегмента национальной интеллигенции, она имеет очень большую роль. И в данном случае, конечно же, мы должны понимать, что и здесь мы должны осмыслить в первую очередь, а кто мы есть. Вот как Андропов задавался вопросом в начале 80-х годов, мы не знаем общества, в котором мы живем, что в конечном итоге привело, вы знаете, да, к перестройке, развалу Союза и так далее. Здесь мы уже должны задаться к этому вопросу, а в каком обществе мы живем? Кто такие, кто мы такие? И какое значение нас, как тюрков России, как те люди, которые должны понимать о том, что мы живем все же в одной, в единой стране, мы должны вносить, каждый народ должен вносить свою лепту, и где и какое место мы должны занимать по отношению к друг другу, не наступая друг на друга, как-то просто не наступая друг на друга. Я уже не говорю на пятки, это просто не ущемляя какие-то интересы, интересы языковые, культурные, интересное историческое наследие. Вот я говорил о том же самом влиянии культурного, ногайского культурного континуума. Мы понимаем то, что это имеет, например, башкиры многое впитали в себя, но мы понимаем, что это все
переработано, оно имеет, безусловно, ногайское, этническое, подчеркиваю, происхождение, но оно переработано башкирской традицией, башкирским этносом. Это мы должны понимать, это мы должны учитывать, это мы должны уважать. То есть, безусловно, и в Башкирии были такие попытки, я уже не что скрывать, попытки объявить там тот же самый эпос Эдигеи башкирским и так далее, что наконец-то произошли от башкирии. Безусловно, это были такие, но они так и остались маргинальны. На самом деле, по большому счету, из-за того, что башкирская наука формировалась в 70-е, такое взрывное такое развитие получило, гуманитарная наука, этнографическая наука получала в 70-е годы, то таких, в принципе, перекосов в плане интерпретации каких-то в угоду определенному этносу, ну, особо и не произошло. Особенно это касается, конечно же, ногайского наследия. У нас оно уважается, оно признается как ногайское, и ногайцы сами, конечно же, у нас, ну, вы сами знаете, что внешне очень похоже, и по менталитету все это отмечается, то есть даже здесь я вот в одно время я знал, что мы похожи по книгам, по антропологическим книгам, по различным посвященным эпосам книгам, знал, что все это похоже, но чтобы настолько, мне просто вот все это поражает, конечно. Но в любом случае здесь, мне кажется, мы вот в 2019 году созвали круглый стол. Некоторые участники присутствовали на этом круглом столе. Тогда мы учредили ассоциацию ученых и общественных деятелей по сохранению истории и культуры тюркских народов России. То есть оно именно было с позиции, с тех позиций, что наше наследие, наследие древних, начиная от каганатов, Золотой Орды, постордынских государственных образований, это все наследие тюрков России. Это мы должны с позиции нашей российской истории уже, а Россия – это явление цивилизационное, это явление евразийской цивилизации. Да, то есть мы должны именно с этих позиций оценивать все наше культурное наследие и добиваться их признания не только между собой, не только между различными группами национальных общин, да, а на федеральном уровне, на общероссийском уровне, что на самом деле вся это наследие, это наше общее наследие. Да, и, конечно же, но в то же время каждый народ, каждый имеет право самостоятельно развивать свою историю, и каждый народ должен отстаивать права другого народа на сохранение его самобытности, сохранение его идентичности и истории. Спасибо большое. Спасибо большое, Юлдаш Мухаммедович. Очень содержательные и очень важные слова были вами произнесены. Я думаю, что вот ассоциация, работа в ассоциации тюрков по сохранению идентичности тюрков России, она даст свои положительные плоды и уже дает, как мы видим, наше сотрудничество, это уже положительные плоды. И в дальнейшем, особенно в сохранении наследия наших народов, оно послужит гармонизирующую роль.